So you don't see that jewelry has... What if you don't need to live in pain and suffering? What if you could give up your karma and have a life of abundance and joy? What if you could start creating magic and miracles that you never thought were possible? Get ready to listen, share, and experience the magic that is you. Now, here's the host of Creating Abundance with Ease radio show, Dr. Helen Gitlovich. Добро пожаловать, я доктор Елена Гитлевич на Creating Abundance with и создание изобилия с легкостью. Сегодня наша тема «Вы с нами или против нас?» Насколько вы должны соглашаться с точкой зрения каждого? Мы либо соглашаемся с ними, либо нет. Но при этом очень часто мы сопротивляемся их точке зрения, и, соответственно, они нас считают, что мы против них. Они сопротивляются наших точке зрения. На самом деле, что если есть другой выбор? Что если мы знаем что-то, что может изменить все это? На самом деле магия везде. Можем ли мы ее использовать? На самом деле можем. Я, в принципе, врач для людей, которые меня не знают, если вы первый раз смотрите подкаст. Я врач по образованию, по призванию, работала врачом много лет в Америке, уехала из России ребенком. И была операция на сердце, которая изменила мою жизнь. И я очень благодарна Вселенной, всему, что это произошло. И я начала искать, и все изменилось. И вот 10 лет тому назад я нашла Access Consciousness, инструменты которого помогли мне по-настоящему жить, наслаждаться жизнью, вместо того, чтобы существовать. И сейчас я делаю классы, индивидуальные сессии, и очень много титулов, которые не обязательно даже знать, вы можете посмотреть на моей страничке Creating Abundance with Ease, создание изобилия с легкостью. Давайте же поговорим о том, что вы с нами или против нас. Ведь на самом деле это было всегда как бы девизом России. То есть если вы не с нами, вы против нас, начиная с коммунизма. Но ведь это же все точки зрения. Вот посмотрите, человек смотрит на что-то, скажем так, предмет. Возьмем любой предмет. Даже вот у меня ложка здесь лежит, очень интересно. Видимо, очень часто я кушаю за компьютером и делаю все за компьютером. Ложка. Вот если мы смотрим с этой стороны, я смотрю, я вижу углубление, как бы вы смотрите и выглядите вогнуто. Если вы смотрите, если нет, то я держу ложку вверх, а если я опущу вниз, это уже будет другая точка зрения. Если я сделаю горизонтально, это тоже другая точка зрения. Вы со мной, вы смотрите на тот же самый предмет, но с разных сторон. Иногда с противоположной стороны, и, соответственно, все становится как бы зеркальным изображением. Ведь на самом деле даже зеркальное изображение. Возьмем зеркало, мы смотрим в зеркало. Видим ли мы себя такими, как видят нас люди? Абсолютно нет. На самом деле это... Чисто, как это сказать, мы видим только зеркальное изображение. То есть, вот допустим, то есть вы видите на экране меня точно так же, как я вижу сейчас себя на экране, но я себя в жизни никогда увидеть не смогу. Всегда будет зеркальное изображение.
Или зеркальное изображение зеркального изображения. То, что Zoom на самом деле делает. Zoom как бы делает вот так, как я вижу в зеркале. Если мы смотрим StreamYard, то, что я использую часто, мы делаем клиринги для изменения жизни, это вы смотрите на меня зеркальное изображение зеркального изображения. Поэтому получается как бы вроде бы как я и есть я, но я не я. И насколько вокруг нас всего этого, и мы смотрим на людей, в принципе, такими, какими они есть, с одной стороны. Но с другой стороны, все преломляется через наш опыт, через то, как мы жили до этого, через наши проблемы, нашу боль, через что мы прошли, через как мы выросли. Детство, юношество не имеет значения, когда или что произошло, но это изменило наш взгляд на жизнь. Опять-таки, взгляд на жизнь, то есть как мы видим мир. Хороший анекдот есть, я его рассказывала довольно часто. Молодая пара переехала. Это в старые времена, когда еще белье стирали, ну, в некоторых странах до сих пор это делается, и вешали на улицу. И вот молодая пара переехала в новый дом, квартиру, и смотрит, соседка напротив постирала свое белье, развесила. Ну и молодая жена говорит мужу: слушай, дорогой, она совершенно не умеет стирать. Надо ей подсказать, что нужно использовать там отбеливатель, хлорку, неважно что. Хлорку не надо, потому что это вредное, но может быть какие-то натуральные отбеливатели. Он на нее смотрит так, молчит. На следующий день или там через неделю опять стирка, женщина вывесила свое белье. И, соответственно, опять-таки мы смотрим пятна. Серые, желтые, какие-то непонятные. Проходит какое-то время, завтрак, молодая жена опять кушает и смотрит. О, слушай, соседке кто-то рассказал, как надо стирать белье. Муж посмотрел на все это, улыбнулся и говорит: дорогая, я проснулся раньше и помыл наши окна. Потому что очень часто мы смотрим на мир через окна нашей жизни. Того, как мы воспитывались, того, как... Хороший пример. Я слушала какую-то лекцию, это не Access, ничего, но и рассказывали историю. Опять-таки, молодожены. Жена зашла в комнату, открыла дверь, муж смотрел телевизор, и дверь заскрипела. Ну, муж поворачивается и говорит: слушай, не скрипи. При этом она, конечно, что-то сказала: привет, дорогой. Он ей говорит: не скрипи. Не скрипи. Ну, это было по-английски. Не скрипи на самом деле по-английски имеет двоякий смысл. Не ворчи. То есть там и не скрипи дверью, и не ворчи. Эта девочка, молодая женщина, она выросла в семье, где мать вечно ворчала, а отец ей говорил: не скрипи, хватит тебе скрипеть. Что она делает, когда он ей говорит: не скрипи? Ну, она, естественно, взорвалась и говорит: я не скриплю. Он говорит: как не скрипишь? Ты только что заскрипела дверью. То есть мы часто не понимаем, что люди говорят, не из-за того, что мы не знаем языка, а из-за того, что этот язык связан с тем, что человек так вырос. Многие слова, они имеют двоякий смысл, и, соответственно, мы никогда не знаем, что человек имеет в виду, когда он говорит. Мы воспринимаем это, как мы считаем нужным, это совсем не то, как человек имел в виду. И
Очень часто мы защищаем наши точки зрения и в то же самое избегаем что-то, куда мы не хотим смотреть. Vexus это называется, повец это точки, оно не переводится на русский язык, потому что это сокращение точки зрения, которое мы защищаем или избегаем. И это очень часто связано как раз именно с этим, вы с нами или против нас. Даже если человек говорит что-то, которое соответствует тому, что мы верим, но если это сказано другим языком, который мы не поняли, как часто мы не понимаем друг друга, то мы идем в сопротивление, либо в соглашение с ними, но при этом сопротивляемся многому чему другому. Готовы мы это все отпустить и изменить то, что для нас изменит всю ситуацию? И вот здесь инструмент эксоса очень важен. Кому это принадлежит? И что еще возможно? Мы очень часто даже не понимаем, насколько мы не понимаем друг друга и идем в разногласия за или против. То есть не имеет значения, кстати, есть либо мы соглашаемся, либо отрицаем это и сопротивляемся. Все равно создается какой-то либо конфликт, либо мы идем за ними как последователи, как такие зайчики и тряпки. Интересная точка зрения в этом плане работает замечательно. Вот давайте возьмем любую точку зрения, любого человека, с которым вы сейчас общаетесь. Если вы с кем-то там есть разногласия или соглашаетесь, не имеет значения. Вы представьте его перед собой, что он вам рассказывает эти истории. Интересная точка зрения у меня, это точка зрения. Интересная точка зрения у них, это точка зрения. Интересная точка зрения у меня, точка зрения, об их точке зрения. Еще раз, давайте попробуем. Интересная точка зрения, что у меня есть эта интересная точка зрения. Это может быть, кстати, не только о чужих точках зрения, это может быть о любых суждениях, осуждениях нас самих. Если мы себя осуждаем, если у нас есть где-то мы делаем себя неправильными, неправыми, ну, давайте сделаем. Интересная точка зрения у меня – это точка зрения. Интересная точка зрения у них такая точка зрения. Интересная точка зрения, что у меня есть интересная точка зрения об их интересной точке зрения. И подошло время нашему первому перерыву. Когда мы вернемся, мы поговорим еще о том, как легче жить с любыми точками зрения, неважно, мы за или против. Вы слушаете «Создание изобилия с легкостью». Creating Abundance with Ease со мной, Елена Гетлевич, на Inspired Choices Network. And we will be right back. Many of us live our lives based on karma, on the past and all the unfinished business in our lives. What would you choose if you did not have karma, or if you could choose what you desired instead? By tuning into Creating Abundance with Ease radio show with Dr. Helen Gitlovich, you'll receive tools and inspiration you can use to create the abundance in your life. You are an infinite being with infinite choices. Are you ready to have ease with creating abundance? Listen for Creating Abundance with Ease radio show every Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. Are you a subject matter expert?
Are you here to share your expertise with an audience waiting to hear from you in only the way you can deliver? Are you ready to have your voice amplified across the airwaves? Inspired Choices Network has a global radio platform streaming to millions of people across the world. Professionally produced and supported by an accomplished team every step of the way, you can broadcast from anywhere in the world, knowing your voice matters, and we ensure it is delivered with ease and efficiency. Eager to hear your message, the world awaits. Contact us today to become an Inspired Choices Network radio host. Email becomeahost@inspiredchoicesnetwork.com. This is the Creating Abundance with Ease show with Dr. Helen Gitlovich. To participate in the program, join our live studio audience in our chat room at inspiredchoicesnetwork.com. You can also make the choice to ask or comment by email by sending to helen.g@att.net. Now, back to the program. Добро пожаловать на нашу передачу. Я Елена Гитлевич на создании изобилия с легкостью Creating Abundance with Ease. И сегодня наша тема «Вы с нами или против нас?». А на самом деле мы начали говорить о том, что все преломляется через призму того, через что мы пережили, что мы прожили. И если мы не соглашаемся, то, соответственно, мы как бы против. Если мы за, то мы следуем и так далее. Почему это так важно? Почему у нас возникает страх иногда, когда мы не согласны с людьми, и когда они нас отвергают и разрывают с нами отношения, потому что иногда. Потому что есть всегда страх, что если мы с кем-то не согласны, мы их потеряем. Но еще более сильный страх, особенно сейчас в нашем мире, если мы не согласны с правительством, с политикой, то человек может попасть в тюрьму. И это было во всех веках, во все времена. И таким образом этот страх, причем иногда он оправдан, иногда он не оправдан. И все это связано с тем, что попасть в тюрьму. Кто хочет попасть в тюрьму? Но иногда даже, если вы с нами или против нас, это был лозунг революции, то людей расстреливали, если они не были с ними. И это создало вот эти импланты, программы, которые настолько энергетически в нас, что, что называется, с молоком матери мы это передалось. Что если мы изменим это? Вы скажете, ну подождите, как это? Если я не согласна с этим, ведь есть же истина. На самом деле истины нет, как мы говорили в первой части. Мы просто смотрим с разных сторон. Истина этой ложки, ложка вверх или ложка вниз. Человек смотрит с той стороны, скажем так, ребром, даже не видит, что это ложка, просто кривая палка. То есть на самом деле нет правильной или неправильной точки зрения. Есть только как бы точка зрения, с которой мы смотрим на жизнь. Опять-таки, вымойте окна, уберите цветное стекло, через которое вы смотрите, или калейдоскоп, через который вы смотрите. Это все автоматически меняет нашу перспективу. Если у нас очень интересный был эксперимент, не эксперимент, в принципе, я после операции на сердце искала себя, и, соответственно, пошла назад в университет и начала изучать искусство. Начала рисовать, и на уроке рисования нам дали задание нарисовать коридор. Каждый выбрал себе позицию, с которой рисовать. И вот эта перспектива, то есть мы учились перспективу рисовать,
Очень интересно, в конце, когда мы нарисовали все эти рисунки и их поставили рядом, это было совершенно... Каждый рисунок был замечателен, но по-своему. Если посмотреть, то сказали, ну, все разное, разные коридоры, разные места. Это был один коридор с разных точек ракурса. И ведь так же мы смотрим на жизнь с разных точек ракурса. Каждый человек, он уникален. Поэтому, когда нам говорят, вы с нами или против нас, означает, что мы все должны сидеть в одинаковой точке, с одной точки смотреть. Это возможно? Но мы не поместимся в одной точке. Мы все с разных сторон должны смотреть. Это же чисто, как это сказать, настолько смешно. Это точно так же сказать, что мы все должны быть похожи друг на друга. Можем ли мы быть похожи друг на друга? Ну, в какой-то степени мы похожи. У нас у всех, в принципе, есть тело, голова. Хотя, ну, голова есть у всех, но голова разной формы. А лицо разное, разный цвет кожи. Да, мы похожи тем, что если мы живы, то у нас течет красная кровь по венам. У нас есть, в принципе, органы. Опять-таки, у кого-то сердце не с правой стороны, а с левой стороны. Все, и соответственно, человек функционирует иначе. И вот в этом прелесть интересной точки зрения. Плюс есть еще другой инструмент, кому это принадлежит, потому что это точка зрения, с которой мы смотрим, с которой мы либо соглашаемся, либо наоборот сопротивляемся. Кому эта точка вообще принадлежит? Если это политическая точка зрения, кому это выгодно вообще, чтобы люди верили в это? Скажем так, с ковидом, с войной. Все это создано для того, чтобы разделяя властвуй. Ведь если люди все будут не соглашаться и не сопротивляться ничему, они перестанут быть контролируемыми. Они автоматически станут вне вот этого контроля, вне определения. Они будут смотреть, а что же действительно истина там? Потому что все, что угодно, вы с нами или против нас, страх, который это вызывает, чтобы потерять либо людей, либо попасть в тюрьму, либо быть убитым, потерять свою жизнь. Все эти страхи, все эти программы, они не позволяют нам видеть, что перед нами, кто перед нами. Потому что если мы сопротивляемся точкам зрения или, наоборот, соглашаемся, мы не видим, кто перед нами, мы не видим, а что же истина. Потому что истина на самом деле – это осознанность. Мы говорим об осознанности. Осознанность, она меняется все время. Если мы сидим в одной точке зрения, может ли что-то измениться? Можем ли мы поменять нашу жизнь, когда мы связаны либо страхом, либо, наоборот, то, что мы называем любовью, или же это мой муж, и я должна соглашаться с ним. Это тоже точка зрения. Кстати, все, о чем я говорю, нет правильного или неправильного. Нет хорошего и нет плохого. Есть только точки зрения, с которых мы смотрим. Все это... Если мы поменяем нашу точку зрения, мы можем изменить абсолютно все. Давайте посмотрим опять на интересную точку зрения. Интересная точка зрения у меня есть, интересная точка зрения. Интересная точка зрения у них или у него, или у нее интересная точка зрения. Интересная точка зрения, что у меня есть эта интересная точка зрения по поводу этой интересной точки зрения.
мне становится легче. Как вам? Ну, подождите. Если вы станете интересной точкой зрения, у вас тогда не будет страхов, не будет эмоций. Что ж тогда будет? Кем вы тогда станете? У меня очень интересная была беседа, но ведь если не будет точек зрения, если мы не будем бороться, если мы не будем как бы доказывать свою точку зрения, это же будет скучно. Будет ли это? Или за пределами вот этих, вот этой борьбы, то, что мы боремся или защищаем что-то, что если за пределами этого будет радость? Когда мы в радости, вот вспомните тот момент, когда мы радуемся жизни, когда мы радуемся, когда мы видим цветочек, когда мы видим радугу, когда мы видим солнышко светит. Это скучно? Для меня нет. Это счастье быть в этом состоянии. Люди говорят, ну подожди, но это же тоже эмоции? Нет, это не эмоции. Это та истина, которой мы являемся. Это наше пространство, которым мы являемся. И все остальное – это вранье. Это ложь, которую нам навешали, как ту лапшу на уши. Это то, что нам как бы заставили нас сжаться. Это нельзя, это плохо, это хорошо, но ты должна быть хорошей девочкой, ты должна быть хорошим мальчиком, ты должна слушаться старших. Ой, ой, как это, ух, слушаться старших. А старшие вообще знают, что они делают? Чаще всего нет. Что если мы как бы отложим все эти шаблоны, все, что нам говорили в детстве, как что-то тем, что оно действительно является, той ложью, теми программами, которые не дают нам жить, не дают нам радоваться жизни. Отпустим это? Благодарю. Подошло время нашего перерыва, рекламной паузы. И когда мы вернемся, мы еще поговорим о том, как выйти из этого состояния за нас или против нас, с нами или против нас. И вы слушаете «Создание изобилия с легкостью» Creating Abundance with Ease со мной, Еленой Гитлевич, на Inspire Choices Network. And we will be right back. Many of us live our lives based on karma, on the past, and all the unfinished business in our lives. What would you choose if you did not have karma, or if you could choose what you desired instead? By tuning into Creating Abundance with Ease radio show with Dr. Helen Gitlevich, you'll receive tools and inspiration you can use to create the abundance in your life. You are an infinite being with infinite choices. Are you ready to have ease with creating abundance? Listen for Creating Abundance with Ease radio show every Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. Magic and abundance are everywhere. What if you could tap into abundance and start creating your life with complete and total ease? Working with Dr. Helen Gitlevich will give you exactly that, total ease in creating abundance in your life. Dr. Gitlevich creates classes all over the world, both in person and online. She works with you to create abundance with your money, with your body, with your relationships, with all areas of your life with total ease. Connect with Dr. Helen Gitlevich at creatingabundancewithease.com. Her contribution in your world will be a noticeable gift in a very short period of time. How wonderful would it be to carry your favorite Inspired Choices Network host with you throughout your day? Well, now you can. Inspired Choices Network now has its very own mobile app.
Our free app offers live streaming shows, along with thousands of podcasts and TV episodes. Our shows cover a wide variety of topics. Whether you're waking up with us, carrying us through the day, and taking us to bed with you, we're always here for you to enjoy. We're easy to find. Just search for Inspired Choices Network in the Apple App Store or Google Play Store. This is the Creating Abundance with Ease Show with Dr. Helen Gitlovich. To participate in the program, join our live studio audience in our chat room at inspiredchoicesnetwork.com. You can also make the choice to ask or comment by email by sending to helen.g@att.net. Now, back to the program. Добро пожаловать. Я Елена Гитлевич на создание изобилия с легкостью. Creating Abundance with Ease. И сегодня наша тема «Вы с нами или против нас?». В первых двух частях мы говорили о том, что, в принципе, это только точка зрения, которая на самом деле преломляется через призму нашей жизни. И очень интересно, наша точка зрения создает нашу реальность, правильно? То есть если мы смотрим через призму нашей жизни и создаем эту реальность, можем ли мы что-то изменить или что-то сделать другое? Нет. Поэтому очень часто мы повторяем ошибки прошлого, как мы называем это. А что, если это не ошибки? Что, если это нет правильного и неправильно, а есть только точки зрения, из которых мы действуем, из которых мы создаем? И что еще я бы хотела добавить? В принципе, эти точки зрения – они являются своего рода ловушкой, своего рода лабиринтом. Когда мы пытаемся выяснить, что же истина, что же правильно, вот этот ответ, когда мы ищем, он приравнивается к той мышке, которая бегает по лабиринту и ищет этот кусочек сыра. Но что происходит с мышкой? Вот давайте вспомним мышку в этом лабиринте, когда врачи пытаются ее тестировать, насколько умная мышка или крыска, или любой зверек, который бегает по лабиринту. А в конце лабиринта что? Где находится сыр обычно? Как в свое время говорил один очень интересный человек, в кавычках или как, что нет бесплатного сыра, кроме как в мышеловке. При этом, что происходит? Когда мы заканчиваем этот лабиринт и ищем эту истину, чаще всего нас по голове действительно. Мышеловка что делает? Либо убивает мышку, либо она дает какие-то увечья, либо ловит мышеловку, и если эту мышку оставляют живьем, ее уносят куда-то в другое место. Как часто нас вот уносит с поисками истины, когда мы либо соглашаемся, либо сопротивляемся, не имеет значения. Скажем так, мы соглашаемся с точки зрения. Насколько это нас уносит куда-то от нас самих? Как часто вот мы чувствуем вот это внутреннее сопротивление, внутреннее, это ложь. Причем любое, за или против, и то, и другое ложь. Единственная истина, когда нету этой истины, когда нету точек зрения, когда мы можем осознавать, что перед нами. Потому что точки зрения, они все зафиксированы, они плотные, они сжимают. И я часто говорила в радиопередачах, в телевизионных передачах, легко и тяжело. Настоящая истина, не точка зрения, а осознанность, она легкая, она расширяет,
Если вы никогда не слушали мои программы, вы можете прослушать там уже больше сотни, потому что я уже делаю это больше 2 лет. Все, что истинно, все легко. Все, что ложь, все тяжело и сжимает. Как понять, что для вас истинно или ложь? Можете закрыть глаза на секунду или нет. Неважно, где вы находитесь. Представьте себе, что вы на природе, где нет людей. Люди врут, природы нет. Скажем так, на берегу моря, в лесу, где-то... Но так, на необитаемом острове. Как хорошо, как приятно. И что еще возможно? Вот это истина для вас. Неважно, как вы чувствуете. Теперь все это стерли. И вспомнили момент, когда кто-то вас обидел, сказал гадость какую-нибудь. Осудил. Ух. Давайте это все, во-первых, отправим обратно, потому что чаще всего это принадлежит тому человеку, это не наше. Это, кстати, тоже один замечательный инструмент, кому это принадлежит. И есть даже программа на телефоне, и на Apple, и на iPhone, и на Android. Называется, очень интересно, кому это принадлежит, who does it belong to? Это просто как бы такой маленький будильничек, который напоминает вам задать этот вопрос. Я бы хотела, чтобы, может быть, вы сделали домашнее задание, не работу, поиграться с этим инструментом, кому это принадлежит. На ближайшие 3-4-5 дней на каждую мысль, чувство или эмоцию и даже все, что происходит в вашем теле, спросить, кому это принадлежит. И отправить обратно. Полегчало? Стало легче? Немножко вернулись в свое состояние вот этого расширения и так далее. Можете расшириться, это тоже помогает. И вот посмотрите на ваше тело сейчас. Все, что происходит в теле, все, что происходит, эмоции, кому это принадлежит? Еще раз, кому это принадлежит? Иногда даже не надо никому отправлять, просто тем, что вы задали этот вопрос, оно сразу уходит. Кому это принадлежит? Ой, как хорошо. Кому это принадлежит? Я тоже забываю иногда задать этот вопрос. Вы думаете, что я такая идеальная и пользуюсь инструментами каждую секунду? Что потребуется? На самом деле, вот это и есть как бы путешествие в осознанность, доступ к осознанности, когда мы не осуждаем себя ни за хорошее, ни за плохое, ни за наши ошибки, и не соглашаемся, и не сопротивляемся ничьей точки зрения, включая нашей собственной. Интересно, что если мы не будем соглашаться ни с чьей точкой зрения, включая нашей? Что это создаст в нашей жизни? Потому что точка зрения – это не истина. Точка зрения может быть позитивной и негативной. Об одном и том же предмете. Но когда мы начинаем это негативное, позитивное, черное, белое, что если все это чисто тот заряд, который мешает нам создавать? Электричество. Возьмем самое простое электричество. Мы нажали кнопку, свет включился. Задумываемся мы о том, что там есть позитивные и негативные разряды. Ведь так работает электричество.
Иногда идет позитивный заряд, иногда идет негативный заряд. Имеет ли это значение, чтобы лампочка зажглась? Нет. Но когда есть сопротивление этому заряду, что происходит? Лампочка не горит. Ведь это же самое происходит в нашей жизни. Если мы сопротивляемся заряду, причем это не важно, позитивному заряду, негативному заряду, ток не идет, наша жизнь останавливается. Появляются ограничения, появляются вот эти барьеры, с которыми мы боремся. Но чем больше мы боремся, тем больше эти барьеры уплотняются. Заметили это? Потому что что происходит, когда идет война? Ставятся баррикады, ставятся заслоны. И люди с пулеметами становятся в защиту этих стен. А что, если это не враг, который нападает? Что, если мы на самом деле нападающие и защищающие бросят оружие? И осознают, что за что вы боретесь, что вы защищаете, что вы пытаетесь завоевать. Ведь на самом деле это все точки зрения. Это хорошее, это плохое. Что если все люди, которые нападают или защищаются, перестанут воевать? И обнимутся, сбросят свои барьеры и что тогда создаст? Что это создаст? Будут ли войны? На самом деле в Access Consciousness есть замечательный класс, называется основы, foundation, фундамент, называйте это как хотите. И там первое, что говорится, если будет осознанность в мире, будут ли войны, будет ли голод, будет ли убийство. На самом деле, я не помню дословно эти слова, но войн не будет. Мне интересно найти это, если у меня есть под рукой. На самом деле, перед лицом осознанности, войны, разрушения и трудности не могут существовать. Это то, что истина – это пространство бытия. Когда человек радуется, ему хочется воевать? Нет. Если человек счастлив, нафиг ему эти войны? Войны нужны только людям, которые, скорее всего, ну, это моя интересная точка зрения, что войны нужно захватить земли, там еще что-то. Создает ли это радость людям? Людям, которые воюют? Абсолютно нет, потому что погибают близкие, погибают сами люди. А государства? Они наживаются. Интересная точка зрения, что у нас есть интересная точка зрения. Интересная точка зрения, что у них интересная точка зрения. Интересная точка зрения, что у меня есть интересная точка зрения, об их интересной точке зрения. Пришло время для нашего третьего, последнего перерыва. И когда мы вернемся, я напомню, где найти нас и где найти Access Consciousness.
И вы слушаете «Создание изобилия с легкостью» со мной, доктором Еленой Гитлевич, на Inspired Choices Network. And we will be right back. Many of us live our lives based on karma, on the past and all the unfinished business in our lives. What would you choose if you did not have karma, or if you could choose what you desired instead? By tuning into Creating Abundance with Ease radio show with Dr. Helen Gitlevich, you'll receive tools and inspiration you can use to create the abundance in your life. You are an infinite being with infinite choices. Are you ready to have ease with creating abundance? Listen for Creating Abundance with Ease radio show every Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. This is the Creating Abundance with Ease show with Dr. Helen Gitlevich. To participate in the program, join our live studio audience in our chat room at InspiredChoicesNetwork.com. You can also make the choice to ask or comment by email by sending to helen.g@att.net. Now, back to the program. Добро пожаловать! Я Елена Гитлевич на создание изобилия с легкостью Creating Abundance with Ease. И сегодня наша тема «Вы с нами или против нас?». Это последние 10 минут, если вы только присоединились. Я врач по образованию, доктор Елена Гитлевич. И сейчас я не практикую традиционную медицину, я преподаю и фасилитирую классы онлайн или же в разных странах мира. Можете контактироваться со мной либо через Facebook Messenger, либо личные сообщения по email, Facebook, Instagram, по телефону. Вы можете зайти на страничку «Создание изобилия с легкостью» Creating Abundance with Ease, YouTube channel под тем же названием. У нас есть русская группа, которая на русском языке. Я иногда даю там классы бесплатные, иногда мы обсуждаем вещи, любые вопросы. Вы можете там сконтактировать со мной на Телеграме, WhatsApp, Viber, любые соцсети. И любые вопросы мы обсудим. Если вы никогда не брали класс баров, пожалуйста, пожалуйста. Либо найдите фасилитатора, кто делает вашей эри, потому что это онлайн не работает. Либо контактируйте меня, мы попробуем найти класс для вас. Либо найти практика, который сможет вам сделать. И вы можете просто на YouTube Access Consciousness, Access Bars. Очень много бесплатных классов на моей страничке Creating Abundance with Ease, создание изобилия с легкостью. Точно так же оно работает. И возвращаясь к нашей теме, до того, как мы вернемся, я хочу напомнить, что у нас осталось всего несколько минут, 10 минут. При этом подкаст идет каждую среду в 11 часов по Чикаго, 12 часов по Нью-Йорку, и в Москве это 19:00, в Киеве тоже 19:00, и в Израиле 19:00, по-моему. А ближайшие классы у нас будут основы онлайн на английском языке. Я буду кофасилитировать с Рэйчел Силбер в июне месяце. Пятница-суббота утром по Чикаго, вечер по Москве и по Украине. Будет быть с собой с землей 29-30 апреля с 10 до часу. Это один день, который мы разбиваем на два дня. И
На самом деле, что происходит, когда мы пытаемся либо соглашаться, либо сопротивляться, вы с нами или против нас? Это наша тема сегодняшняя. И в первых трех частях, я просто хочу напомнить, мы говорили о том, что на самом деле, когда мы ищем истину, чем больше мы существуем в лабиринте попыток выяснить единственную истину, тем больше мы теряемся и сбиваемся с толку. Это ловушка, и в которой, как для мышки, существует мышеловка в конце. Что я еще хочу добавить? Как выйти из этой мышеловки? Как выйти из того, чтобы не искать вот этот один ответ? Это быть в вопросе. Даже такой вопрос, как кому это принадлежит, что еще возможно, как может быть лучше, меняет ситуацию на 180 градусов, потому что он меняет полярность. Вот это выводит из правильного неправильного, из хорошего плохого. На самом деле это то, как изменить точку зрения. Потому что когда мы смотрим с определенной точки зрения и спрашиваем, как может быть лучше, мы поворачиваемся и смотрим, а как может быть лучше? Что еще возможно? А мы поворачиваемся и изменяем нашу точку зрения. Что еще возможно? С какой стороны мы можем посмотреть еще? А мы можем посмотреть справа, мы можем посмотреть слева, мы можем посмотреть... С какой стороны еще? Сверху, снизу, сзади, спереди. Что если наш кругозор будет 360 градусов и сферический? Здесь столько можно много говорить о точке зрения, потому что на самом деле мы функционируем часто в линейной реальности, правильно? Время из точки А в точку Б, в точку и так далее. И все это движет нас по линеечке. Чтобы мы, не дай бог, не вышли из колеи, из той колеи, которую нам предписали. Предписали родители, предписали институты, предписало правительство. Все это движет нас в этой колее, как поезд, который не может сойти с рельс. А что если... На самом деле эти рельсы только придуманы, что мы можем сойти с них в любую минуту, в любую секунду и выбрать что-то другое. Потому что закон Вселенной – это свобода выбора. Это написано в Библии, во всех религиях написано, что человек отличается от многих сущностей тем, что у нас есть свобода выбора. Так давайте же выбирать. И как раз следующая программа на следующей неделе будет на английском языке, но, скорее всего, через две будет на русском. Инстинкт или выбор? Потому что очень часто мы идем по этим рельсам, и не дай бог с них сойти, без выбора. Люди говорят, у меня нет выбора. Не иметь выбор – это тоже выбор. И мы об этом поговорим на следующей неделе в это же самое время в 11 часов по Чикаго в среду. И что еще возможно? Как может быть лучше? Что еще очень меняет наши рельсы? Это благодарность. Пространство благодарности меняет абсолютно все. Если мы находимся в чувстве благодарности, это пространство бытия. И тогда все ограничения просто исчезают. Я очень благодарна всем, кто слушал меня сейчас вживую, и кто будет слушать потом в записи, и кто будет смотреть в записи. И я очень благодарна Access Consciousness, Gary Douglas, и Дэнни, которые основали. Thank you for choosing to listen to Creating Abundance with Ease radio show. Dr. Helen Gitlovich will return next Wednesday.
at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. We hope you'll join us. Until then, have fun using the tools of the week in your life and start creating magic in your life and your body.